Всем здорово, ребят. Ну что у нас сегодня? Думаю, для многих без донатов особенно интересный видос. И для меня самого я решился фармить забытую битву на сардельке и также на других аккаунтах и на донатных. Возможно, кому-то какие-то пачки подскажу, покажу. Потому что я сюда, наверное, последний раз забегал и дротил. Ну, если так не считать обзоры, то, наверное, больше, чем год назад. Вот поэтому интересно побегать, рассказать какие-то нюансы, какие я знаю. Возможно, я что-то новое узнаю для себя, потому что в забытую надо играть все время. Особенно, если у вас нехватка кулаков для начинающих аккаунтов. Они в гильдии, это довольно-таки неплохая локация, чтобы подняться. И плюс дополнительная возможность получить самоцветы. Такс. Ну что у нас здесь есть? Три островка, где можно расставить по 5 героев. Я сейчас выставлю героев так, как у меня в принципе есть. У меня они здесь не прокачаны, но я постараюсь по максимуму вытащить для себя пользу от пачек. Самое основное здесь это смотритель. Если у вас будет собран смотр, вот сейчас у меня, допустим, смотра нету, это очень печально. Так, тут включится. Закинем еще сюда дополнительно Рину. Самое основное здесь это смотр. Если у вас будет правильно собрана пачка, в принципе, у вас проблем, по идее, быть не должно с локацией. Ну, у нас тут Фрейя, мне кажется, что тут можно одну Фрейю изначально ставить. Всех остальных просто в другую пачку, потому что Фрейя должна сама здесь тащить, она у нас наконец-то нормально прокачанная уже. Так, землеройку, наверное, все-таки землеройку мы сюда заберем. В эту пачку, тут молчание, плюс они повключаются сразу. Бигфут. Я сейчас подумаю над Бигфутом, что с ним делать. В принципе, можно и Купидончика на следующий заряд оставить. Такс. Такс. Кто у нас еще есть? Хотя куб там, в принципе, он толку никакого у нас тут в этой пачке не даст. Трек у нас тут будет актуален. Красный смотр есть. Так, ну всех остальных я таких сберу в третью пачку. Сливную, скажем так. Ну, возможно, и не сливную, но у меня тут герои не прокачаны все, поэтому тут вариантов особо у нас много не будет. Так, поставим Асурика. Вместо... Ну, поставим Себу. Что-то такое, короче, я наделал. Поехали посмотрим. Ну, у нас тут сейчас в ЗБшке уже сезон начался. В чем смысл вообще этой локации? Для тех, кто не знает, вы здесь убиваете вражеские пачки, у вас есть каждый день, сколько у нас там, 5 попыток, и соответственно за каждую успешную вы получаете очки, и соответственно чем больше у вас очей, тем больше вы получаете и кулаков как награда с увеличением, и соответственно самоцветов. То есть добиваетесь до 1000, плюс можете еще дополнительно отсюда бонусы получить за прохождение ЗБ. В общем, к этому мы всему дойдем. Такс. Нюансы по пачкам. Очень многие ребята не знают, что есть такое понятие, как скорость атаки героя. Не всегда ваш герой может ударить первым, либо включиться. Есть автопрокеры, есть дальники. Вариаций сборки очень много. Ну, сегодня у нас будет такой ознакомительный более видосик. Я уже больше на донатном аккаунте, там больше героев, больше возможностей, покажу что и как. Ну и здесь, конечно, мы тоже будем пробовать выстраивать наши пачки. Возможно, у вас какие-то будут другие идеи, может, вы кого-то бы другого поменяли. Пишите в комментах, что вы думаете. В общем, смотрим. Почему я собрал именно такие пачки Фрейя? У меня здесь просто одна, она из-за того, что у нее 27 почти прорыв, поэтому я решил ее поставить отдельно. Конечно же, я ей добавлю сюда в пачку кого-то, чтобы изначально не по ней была первая атака.
Ну, конечно, так, чтобы у меня сохранился еще смотр. То есть это немаловажно. Здесь у нас трейк, который по возможности застанет противника, ворожей, который даст отхил, но он опять же неремощный землерка, который заблокирует, Анубис и рогатка, которые будут убивать, но землеройка плюс сразу даст молчанку. Единственный вариант, что, конечно, в таком случае, если вы хотите, чтобы у вас сработал Анубис, там, например, на добивание после сработки молчания от землеройки, надо ставить ему четвертую ремку. Ну, у меня этого нет. Но это такие тонкости. Если у вас хорошая прокачка, хороший прорыв, над этим можете не париться. Ну, это у нас сливная пачка чисто, потому что у меня нету героев хороших. Итак, что мы видим? Давайте еще разберемся по героям, по атрибутам. У каждого героя, как видите, есть вот скорость атаки. И она разная. Это та скорость, с которой герой включается. Даже если он у вас, насколько я не ошибаюсь, автопрокер или нет, у многих героев включение по-разному происходит. То есть это тоже надо учитывать. То есть здесь 800 атака, он быстрее там. Ну, то есть в зависимости от этого зависит включение вашего героя на поле. То есть как скорость атаки, так и включение. Потому что многие ставят в первую линию там 1500, да, допустим. Ну, и они бегут, бегут и не включаются. То есть такой нюанс вроде как бы есть. Это как раз и хочу протестировать. Вот именно автопрок. У кого быстрее, у кого... Кто быстрее сработает. Но это надо будет найти пачку, либо... Ну, я сделаю на это отдельный тест по поводу скорости атаки героев. Против кого хорош. В общем, в самой забытой битве есть очень много нюансов. Можно наткнуться на топовые пачки, хотя первая пачка вроде кажется слабенькой. Можно натолкнуться на все, что хочешь, на стан, на заморозки. Мы будем пробовать собирать пачки такие, которые будут шатать даже противников посильнее, чем у вас. В общем, поехали. Вот танкист 31, у него, как видите, нормально силы, ну, точнее, нафармлено, то есть мне за него больше дадут. Ну и, соответственно, я так и стартую. Первая, вторая и третья пачка с Фрей. Что в моем случае, как видите, происходит? В моем случае происходит полный писец. На меня фобушка вражеский накинул молчание, у меня ворожей неремощный, он не смог это все снять. В итоге мои герои вроде и сильнее, но они благополучно слились. Это у нас сливная пачка, и можем поздравить нас с первым сливом. Единственный нюанс есть, вот у меня стояла Седна, но она опять же не сработала. Вот так вот, меня просто тупо развалили. Вроде казалось бы все так легко, но мы сейчас попробуем переиграть, попробуем его завалить. Первую пачку поставим сливную, вторую с Фрей, и посмотрим, что у него на третьей будет. Вот, внимательно смотрим. Вот, у меня, блин, у меня здесь... Да там был смотр, это здесь смотра нету. Понятно, нас тут сливают однозначно, без варианта. Плюс тут супер питомец, вот почему мы и не забежали. Сейчас супер пэты отыгрывать будут очень... Сейчас мне кажется, сейчас у нас еще и Фрею разгребут. Львица, вот реально, она одна из топовых. Да, сейчас Фрей скажут тоже до свидания. Или все-таки затащат. Ну, Фрейка, давай. Красавица. Вот Фрейка, кто-кто, а Фрейка тащит. Единственное, осталось каким-то образом Ронина еще убить. Все, отлично. Не зря я ее прокачал. Так вот, есть моменты, когда вот эти вот именно супер питомцы, как видите, здесь вот мы нормально сработали, хоть у него и 200-е левела, и тоже крутые, но землеройка, ворожей в тандеме творят тоже чудеса. У меня причем хуже прокачки, они не настолько прокачаны, но они включились, все будет. Супер питомцы, вот именно у кого есть львица, ее обязательно надо брать. Она изначально обездвиживает очень круто вражеских героев. И, соответственно, вы видели, что у меня первая попытка. У нас просто получился слив.
Тут, как видите, вроде казалось бы силы мало, но вот, пожалуйста, мы попали на доната, и в итоге, что бы мы ни поставили, как бы мы ни старались, я ни хрена здесь делать не смогу, потому что здесь вторые эволюции, прорывы, зефир, и все. Хотя там было, в принципе, на картинке реально хрень. Вот таким вот образом без доната страдают. Если, допустим, на донате я такие пачки знаю, как разбирать, то на бездонате я понимаю, что я ни хрена не смогу им сделать. Это реально, с одной стороны, печально. Поэтому мне приходится на мои силы выбирать что-то попроще, но я вижу, что здесь даже попроще. Не факт, что будет намного проще. Вот два слива у нас уже есть. Вот сейчас будет третий. Вот тут космо, который парализует, я ни хрена сделать не могу. Просто нифига. То есть у меня такое чувство, что в ЗБ можно даже без доната не ходить. Вот опять та же самая темка. Все, до свидания. Просто нам сказали, ребятушки, да, свидос. Супер. Как вам такая забытая битва? Честно говоря, я сам давно сюда уже не бегал. Но может здесь затащим? Здесь должны уже затащить. Эйка, красавица. Вот единственная пачка, где я 100% уверен, это Фрея. Остальным надо прокачать, нафармить ману, прокачать просветы, потому что я не могу поставить эмблемы. У меня есть эмблемы, но я их не могу поставить. Так, тут меня Махатма разобрала просто. А вот тут у нас будет интересно. Вот, пожалуйста, ребят, посмотрите, что мы ей сделали. Стан. И все, и мы сказали им до свидания. Хоть наших и слили, но мы слили более сильную пачку. Так, Атлантище. У вас недостаточно попыток. Ну все, на сегодня, в принципе, все. Два раза слились. А, по-моему, или три. Чем... Суть не в том, суть в том, что вот вам без донат, вот вся реальность и боль того, как это все происходит. Я, честно говоря, сам давно уже не бегал эту локацию и на донате. Мне кажется, что там тоже будут, наверное, сливы, если я не ошибаюсь, потому что ну, там сейчас будут такие неубиваемые пачки, что это просто печаль. Там только будет спасать Мэри, если повезет. Ну, мы тоже будем такие пачки делать, чтобы не проседать. В общем, ждите следующих видосов. Начало я вам рассказал. Надеюсь, многим понравилось, особенно новичкам. Это более такое для новичков. Старички сюда даже не ходят уже. Многие. Мне стало интересно пофармить. И, возможно, буду фармить ежедневно, потому что интересно смотреть разные сборки, вариации героев. Открывать что-то новое. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.